वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आए हैं व्लादिमीर सिटी और ये बहुत सुंदर सी सिटी है। ये मॉस्को से थोड़ा सा दूर है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसा है सब। पीछे देखिए, व्लादिमीर, आई लव व्लादिमीर। А что я покупать? Да не пока, очень. Драться. Саш, ты Если одного завода и нет одной фабрики, где людям работать, я не понимаю. Люди работают. व्लादिमीर के बाद अब हम आ गए हैं सूजदल एंड इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस। यहाँ पर मार्केट है। आप सब लोग हेलो कहो। मामा भाई हेलो। यूट्यूब पर डालोगे ना? हाँ यूट्यूब पर डालूंगी। राजेश अंकल हेलो कहो। मेरा बढ़िया सा। हाँ आप हेलो कहो अच्छे से। हेलो कहो। हेलो। हाय।
ये बहुत सारे ऐसे घोड़ा गाड़ी कैरेज घूम रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे так вот, и вот так вот. Вот так вот. Оно завязывается сзади. Вот так потом завязывается. Ага. Да? Инки traditional cat type. Почем медаль? 300. Оно вот так, смотрите, вот так вот. Так вот завязывается. Так, зеркало. Вот. Давайте, берите. Здорово. Красный сарафан. Ой, вообще, смотрите, как здорово. Ну чего? Не будете брать? Объявили. Да, мама и дочь. Мы в детстве смотрели, очень любили. Абхи хам лого не эк кэрэдж кара хэ. Я помню, как это, Радж Капур играл. Зита и Гита у нас там были фильмы, да. Добрый день, Хави Дурмагадан. Сыр инко инди. Индия ке баре ме саб куч жанте хота. Спросите их, если любят песни русские, я попою. Просто я английский мало знаю. Давайте по-русски, конечно. Можно, да? Конечно, конечно. Гар гана сану? Анкл гана сунаенге. Вы Сита и Гита ки бат кардете, на папа? Радж Капур Гита. У вас в Индии какой самый древний город? Как, сколько лет? Вот есть очень старый, кстати, исторический город. А сусали сколько? Суздалю вообще официально будет через 5 лет 1000 лет. Но 1000 лет уже назад, еще до этого, уже жили здесь люди. То есть примерно 1500-2000 лет. Это только когда православие появилось, 1000 лет православию. А вообще поселение было древнее еще. А у вас, наверное, 2500 лет. Да, 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 такие города есть. Это не древнее ли? Да. А это horse, да? Это mother and daughter, white вали мама, а brown вали daughter. Я очень хочу посмотреть Тадж-Махал. Да? Переезжайте. Такая грустная история, как сын, по-моему, да, отца-то затащил, чтобы он видел вот это свой... Янгл Тадж-Махал лик начатый. Он построил для своей любовницы. Да-да-да, но так он его ведь потом сын-то да. Заточил и в башне, чтобы он видел из башни свой как раз этот самый... Это вот мы сейчас в город въезжаем. Это вот старый город. Вот он здесь вот за валами начинался. Сам Кремль, вот он за валами. А вот эта вот огороженная территория называлась Кремлем. Вот это все. Кремль, Кремль. Смотри, куда леки. А это наши лошадки. Где тут выстроились. У нас много лошадей в городе. Город небольшой, но очень много как гостей приезжает. Ну, покажите, которое известное место, ладно? Да-да-да, мы вот сейчас самые, так сказать, объедем центральные. Ну, песни, давайте какой-нибудь русский. А, грустную или русскую? Ну, русскую песню. Сейчас вспомню вам. Доли по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет.
Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. На твою ли на приятную красоту, да твое ли что на белое лицо. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. Красота твоя с ума меня свела и сушила добро молодца меня. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость на тебя. Вот такая русская песня. Тогда комиссары там посадили кого-то спереди, чтобы ехал, как ящик. Так, а мои не дадут, мои сильные очень вредничать будут. Лучше как это смотреть. А сами русских песен не знаете, какие на беге? Ее то чаще 1700 год. Барасусан барасума. 800 лет назад. Ну что, еще вам что-нибудь спеть? Давай, да, мы будем рады. 1100 में बनना शुरू हुआ था ये वाला. 1100 лет назад. Когда еще царь был в России, там была тюрьма, потом была полиция. Это вот здесь деньги, банк был, казначейство, а напротив трактир, где можно было выпить. И вот у нас все близко было, в шаговой доступности. अब हम उधर जाएंगे ना अम्मा? हाँ वहीं जाएंगे पापा जाने के लिए चाहिए था कहाँ से रास्ता? Thank you.
जब फोटो क्लिक हो रही है उनकी भी क्लिक करना। तेजल देखो इधर हेलो कहो। अभी हम लोगों ने यहाँ रास्ते में रुक कर खाना खाया और अब हम घर जा रहे हैं। दैट वॉज़ ऑल फॉर टुडे। होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएँ। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।